Всем привет, любители хардкора, с вами Валерий Хаус и Final Resistance. Продолжаем убивать инопланетных захватчиков в этой замечательной игрушке для PS1. Ну а те, кто посетил впервые мой канал, подписываемся в группу ВКонтакте, ставим пальцы вверх, отписываемся в комментариях, а мы поехали! Итак, мы попали в бункер. У нас задание, давайте посмотрим, что у нас за задание, что-то уже не помню, нифига. Проникнуть в бункер и взять имплант генерала Хэммонда. Так, какая-то штуковина здесь валяется. Здоровье. Здоровье всегда пригодится. Так, тут летают у нас вот такие вот жестяные банки. Ай-яй-яй-яй-яй. Держи. О, еще здоровье из него вывалилось. Окей. Так. Что-то их там... О, они еще и стреляют. Здоровится. Принимаем здоровиться, когда нам не здоровится. Так. Здесь уже у нас... Какая-то система охраны из лазеров, что ли? Я предполагаю так, что на них лучше не попадаться. Так. Окей. Отлично. Пробежали. Прошли. Оу, привет. Здесь... Летающей сигнализации. Так. Оу-оу. Что-то кто-то еще, что ли, где-то? Ух ты ж, нифига себе. Снова танки, танки. А это жесть уже, жесть. Так, надо как-то попасть. Оу-оу. Как-то попасть наверх. А-а-а, жесть. Ты-то откуда здесь взялся, малыш? Там пулемет просто стоит, надо как-то... А, или это вот управление пулеметом. Окей. Куда ты побежал, ублюдок? Так. Умри. Отлично. Мы его убили. Одним инопланетным танкером больше, другим меньше. Транспорты землян постоянно ускользают от нас. Пора прекратить это безобразие. В конце концов... У нас есть коды доступа к их спутниковой сети, и мы можем следить за этими дураками с помощью их собственных средств. Приступайте! Так, новое задание у нас какое-то. Воген, у нас серьезные проблемы. Кто-то посторонний перехватывает данные из нашей спутниковой сети и шпионит за транспортами. Я в недоумении. Коды доступа к сети знали только два человека, и оба они мертвы. Генерал Хэммонд и майор Картер. Мы должны пресечь утечку данных. Если ты наведешь главную антенну бункера, я смогу дистанционно ликвидировать спутники. Координаты на терминале во втором ангаре. Так, координаты какие-то найти, да? Получается. Навести антенну на спутник. Да что вы все мне там пишете? В бункере был тяжелый бой, но оборудование, кажется, уцелело. Здоровье. Будь осторожен. По нашим данным, в этом районе еще остались киборги. Так, ну здесь никого нету, смотрите, броневик стоит. Так, давайте сохранимся. Как вы помните, я говорил, что я буду... Что
что я буду сохраняться с сейф-стетами. Так. Столько техники кругом. На улице там были... Так, чё, дверь не открыть. На улице там были танки. Тут броневик. Ох ты, как-то переместился. Так. Ремзи. Чувачки. Здоровится. Отлично. Так, что у нас здесь? Черт, пульт наведения поврежден, и сигналы перемешиваются между собой. Действуй аккуратно. Изменяй параметры по одному. Изменяй параметры по одному. А я не знаю никаких параметров. Надо искать. Так понимаю, здесь координаты надо какие-то ввести, да? А здесь что у нас? Неверные координаты. Спутник не отвечает. Ну, естественно, естественно. Райли, тебе нужно ввести текущие координаты спутника. Они указаны на терминале слежения во втором ангаре. Так, второй ангар. Там был это он был первый, второй. Получается, вот это 297. Так, лифт. Чуть не пробежали. 297. Смотрите, почти угадали. Так, 9. Воу-воу-воу. Погоди, 297. 7. Да куда ты нажимаешь-то своей кривой лапой? Походу лазерный прицел у тебя сбит. А-а-а. 297. Так, и я так полагаю, там надо на кнопочку нажать. Отлично, Логин. Я всегда знал, что на тебя можно положиться. Эвакуация продолжается, но нам все еще нужен имплант Хэммонда. Отправляйся в медицинский центр. Уже иду. Отбой. А куда у нас броневик-то уехал? И без нас. Так, что там? Медицинский центр. Задание. Понятно, задание все то же самое осталось. Так, что нам? Нам обратно? Похоже, да. Здесь у нас дверь, да, была? Вот она открыта. Вот. Палатки, палатки, кровавые палатки. Как в хоррорах обычно бывает. И это, похоже, у нас медицинский центр. Смотрите, какая капельница. О, охрана! Загасили. Так, что у нас вообще здесь имеется? Что-то пищит все. Ключ от хранилища нужен. Так, там летающие мусорные баки. Жестяные банки. Так. Здесь что у нас? Терминалы, что ли, что это там? О, ключ от хранилища взял. Пойдем проверим, что там лежит у нас вкусно. Давайте здесь еще посмотрим сейчас. Рентгеновские снимки тут. А,
Блин, не на ту кнопку нажал. Ну что? Да, я столько парился, чтобы посмотреть на снимок. Так. Здесь у нас ничего не нажимает. Это у нас солярий. О, можно на кнопочку нажать, смотрите. Недостаточно энергии. Устройство отключено. Недостаток. Понятно. Надо подать энергию. Зачем? Так, давайте хранилище пойдем. Сбегаем. Там, наверное, ништячки какие-то лежат по-любому. У меня есть ключ. Надо самому убирать, оказывается. И все. Аптечка пришельцев и щит. Окей. Так, мы не ходили еще сюда, где у нас жестяные банки летают. Умри. Сколько вас тут? Так, что там? Да что вы? Развелось тут. Воу-воу-воу. Патроны. Так, снова палатки. И ничего интересного. Требуется ключ от хранилища. У нас больше нет. Снова прилетели. Ну что вы будете делать, а? Так, здесь у нас что? Требуется пропуск. Да отвали! Где ваше гнездо? Откуда вы вылетаете? Надо уходить отсюда, короче. Отлично! Как тебе это удалось? Мы вот только что отбились от киборгов. Слушай, я тоже люблю солдатские байки, но мне срочно нужен имплант генерала. Где он? Серьезно, это не так просто. Ты должен поместить криокамеру в операционный отсек. А там, между прочим, полно киборгов. Не волнуйся, я с ними как-нибудь справлюсь. Постой! Когда ты возьмешь имплант, тебе понадобится пропуск, чтобы выйти. Обязательно загляни ко мне. Я подожду тебя здесь. Энергосистемы серьезно повреждены. Чтобы обеспечить необходимое питание, ты должен отключить все остальные отсеки. Выключатели находятся на складе криокамер. Так, склад криокамер. Это вот это, да, получается, склад криокамер. О. Можем тащить. Куда ее тащить? Так, погодите, тут еще какая-то панель. 1, 2, 3. А, она говорит. Типа вот так сделать. Все на одну. Так, третья. Здесь у нас. Солярий. Как я это дотащу до туда? Это типа просто склад.
какой-то криворукий там, блин. О. Блин, здесь еще эти твари летают. Ну, вроде нас не запалили. Целую капсулу утащили, нас и не запалили даже. Так, понятно, вот мы подали. Да я вообще не прямо нажимал. Но подойди ты, управление говно. Давай. Что дальше? Операция продолжается. Операция завершена. Имплант извлечен. А, здесь был имплант. Все, мы взяли. Так, что там чувак говорил? К нему надо подойти. С солдафоном бежать надо. Да хватит по мне стрелять, ну. Сколько можно? Доцелься ты на него. Сэр, возьмите этот пропуск. Без него вы не попадете к полковнику Гришину. Гришину. Гришка, я сейчас к тебе приду. Ты только жди. Так, пропуск. Где нам требовался пропуск? Где-то там, да? В этой стороне. Воу-воу-воу. Сколько вас можно мочить? Что там, бесконечный или что там? Пук. Это имплант? Какая-то, не знаю, крышка от бутылки. Здоровье. Сэр, вы слышите меня? Что происходит? Основной источник энергии не работает. Остался только резервный генератор. Там чувак чтобы с такой базукой. Чтобы завершить эвакуацию, этого мало. Нам нужна энергия. Ясно, Воген? Так точно, сэр. Отбой. Ясно, Воген, ясно. Че я там пропустил? Че-то, че он хотел сказать? Че нам? Выполнено, выполнено, выполняется. А, две. Встреча, встретить Гришу и доктора Картера в центре управления. И повернуть катушки генераторов и восстановить питание бункера. Еще катушки какие-то сейчас поворачивать надо. Воу-воу-воу! Я хотел сохраниться, а ты тут стреляешь. Сохранились. Аптечка. Так, чувак с базукой. А, попал что ли по мне или нет? Это что? Что за трава лежат? Как будто дрова. Так. Воу! Он что, себе под ноги выстрелил? О, снова у нас броневик здесь стоит. Дайте мне за броневик сесть. И тогда я всех покромсаю. Так, здесь дверь не открывается. Катушки какие-то надо повернуть. Где эти катушки? Так, оттуда мы пришли. А это что у нас? Никуда не едет. Может запрыгнуть, можно, нет? Где катушки? О!
Лезет, как не знаю. Человек-паук. Так, что у нас здесь? Здесь у нас пулемет. Не работает, что ли? Потрачено. О, это что? Что за сияние? О! Свалить хотел. Так. Снова у нас тут... лазеры. Так. Проходим, проходим. Здесь у нас еще сверху, да, опускается. Бежим. Бежим. Отлично. Натренировались уже. После первой. Так-с. Что за звук? А, это дверь захлопнулась. Так, сюда можно пройти. Дверь закрыта. Сюда можно пройти. Замуровали демоны. Ну что опять? Не беспокойся, Райли. Это не так сложно, как кажется. Нужно всего-навсего поочередно повернуть катушки всех генераторов, а затем нажать кнопку на главном пульте. Делов-то. Так, поочередно. Ну, давайте начнем с первой. Оп. Оп. Так, это главный пульт получается. Так. Так. И... да, ничего сложного. Готово, Богин. Теперь как можно скорее беги в центр управления. Встретимся там. Опять без меня уехали. Ну что будете делать-то? Сохраняемся. Понятно. Воу! Привет! Жалко, здесь нет бесшумного убийства. Сейчас бы ему как надавал. Так. Еще здоровье. Так, я не понял. Умри, сварщик. Так, получается, это тоже надо взрывать. Что ты? Отлично. Блин, аптечка исчезла, но... да все ты виноват. Там ничего... да что ты? О-о, а вы-то откуда там взялись? О-о-о-о, набегают, набегают. Да что... это управление меня доконает. Все, убили всех. Слава богу, ты справился. О, Гриша. Мы здорово беспокоились. Теперь надо взорвать базу. Мы не можем допустить, чтобы наши секреты попали в лапы пришельцев. Видишь этот сканирующий пульт? Приложи к нему имплант генерала, чтобы полковник смог разблокировать
систему саморазрушения. Нифига у них тут система. Так. Это вот это? Монитор такой просто. Требуется имплант. Хорошо, крышка. От бутылки. От банки. Окей, сканирую имплант. Куда тычет? Просто в черный система квадрат. Система разблокирована. Всем приготовиться. Как только таймер начнет отсчет, обратной дороги уже не будет. Бегите к дверям ангара. Они откроются, когда я введу код. Система саморазрушения включена. До взрыва осталось 2 минуты. Что ж, пора. Воген, я свяжусь с тобой, как только ты покинешь базу. Я же знаю, что ты справишься. Нормально вообще. Так. Он знает, что я справлюсь, но куда нам бежать? Обратно? Ускориться нельзя. Так, патроны там лежат. Ладно, не будем отвлекаться на патроны, у нас всего... Сколько там? Минута 39. Чёрт, у сохранки. Бежим. Бежим, бежим. Так, куда мы прибежали? Вниз. Воу-воу-воу-воу-воу. Ай-яй-яй. Все, отлично, мы прошли. Ну что, друзья, я на этом заканчиваю тогда. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Оставляем комментарии, ставим пальцы вверх. Я со всеми прощаюсь. Всем до скорого. Всем пока.